Собаки, волки, леопарды, крокодилы, удавы, львы и клоуны. Все это и многое другое прямой доставкой из Египта в Брянский цирк. Жонглеры внесли в свой номер элемент уличной культуры. Когда погас свет, костюмы и жонглерские кегли-булавы вспыхнули неоновым светом. Под куполом цирка на двух воздушных полотнах развернулась настоящая художественная гимнастика. Частичку севера в эти жаркие летние дни подарил зрителям номер «Аляска». Хаски, маламуты и даже настоящий волк – все это под руководством Марины Коренковой в красочных декорациях и с санями. Пока огромного удава носят на шее, огромная самка нильского крокодила по кличке Геннадьевна весело отплясывала вместе с дрессировщицей. Затем пришел черед дальневосточного леопарда. Как и волки, леопарды чрезвычайно трудно поддаются дрессуре и практически никогда не становятся такими ручными, как львы, гепарды, пумы и рыси. Но Марина Руденко сумела совладать жестоким и свободолюбивым хищником. Особое развлечение для зрителей придумал и клоунский дуэт братьев Герасименко, прошедших не один международный цирковой фестиваль. Оба с детства занимались в цирковой студии акробатикой, жонглированием и эквилибром, но предпочли работать в жанре клоунады. А мы приехали из Клинцов сюда, далековато, но нам очень хотелось увидеть этот цирк. А мне очень понравилось. Начало шоу прекрасно, акробаты. Что вам понравилось? Что нам клоуна подарить? А клоуна подарить дети просят. Что понравилось? Клоуны и акробаты. Тебе что понравилось? Девочка маленькая, клоуны, акробаты. Мы в цирке не были очень давно, но от этого представления мы в восторге. Нам все очень-очень понравилось. У вас очень красивые все мероприятия, особенно воздушные гимнасты нам очень понравились. И акробаты ваши. Главная часть программы – выступление Хамады Кута. Под него было выделено все второе отделение. Цирковой династии Кута около 165 лет. Именно их род основал первый цирк Египта. Сейчас в питомнике семьи Кута 32 льва и 15 тигров, а на Брянской цирковой арене он выступает в окружении семерых нильских львов и одного бенгальского тигра по кличке Максим. Я достаточно часто хожу в цирк, и вот я считаю, что это представление особенное. Оно мне запомнилось тем, что, конечно, львы, номер со львами очень оригинальный. Особенно трюк, когда дрессировщик засовывает голову в пасть льву. Еще мне также понравился номер под куполом. Замечательное представление, просто эмоции переполняют. Сразу чувствуются профессионалы высокого класса, международники. Вот Хамада Кута, просто нет слов. Замечательное, конечно, представление. Спасибо огромное. Цирк очень сильный, животные поражают, очень красивые львы. Очень все классно. Мне очень понравился этот цирк. Я очень люблю Египет, а это как раз национальный цирк Египта. Это то, что я очень долго ждала. Мне понравился очень номер со львами, а особенно, когда актер засунул голову в пасть льву. Я очень боялась, что он откусит ему голову, но этого, к счастью, не произошло. Также мне очень понравился номер с собаками Хаски. Национальный цирк Египта пробудет в Брянске до 24 августа. Следующее представление в ближайшие выходные. Игорь Умаров, Григорий Стебихов, телеканал РЕН-ТВ Брянск.